Смотрите, что я Валерию нашел. Они, по-моему, убили шершни. Теперь Кимми дружит со Снежкой. Всем Снежка интересна. Все за ней ходят. Умрешь с ней. Куда Снежка, туда Кимми. Кто боится, потом нежится. Короче, ну Кимми молодец, она просто чуть неаккуратно, а так она уверенная в себе, никого не боится. Просто она любит нечаянно наступить, смотреть в облака в этот момент. Страха нет у Кимми. От людей некоторых она боится взгляда. А так, чтоб собак, ну, я не знаю, мне кажется, ей все равно. Ей не больно, вот она еще с нос откусит, а ей пофиг будет Кимми. Ну, у меня такое ощущение. Снежка, нежься с ними, со всеми, они любят нежность. Красивая Кимми, красивая. Что, тебе понравилось, да, Кимми? Чё, Кимми, это тебе не граф и не муса, это тебе Спайкин. Львичка, львичка. Кимми пытается к Спайку пристать. Бегает за ним. Спайк такой серьезный, вальяжный. Кимми пытается приставать к нему. Смотри, кусает его. Чё, Кимми, это Кимми. Вот смотрите, я сейчас отпущу волчара, буду контролировать, они кушают никого. Я вам уверяю. Ну, пример. Только вот Кимми сейчас с луны начну. Короче. Нельзя, нельзя! Молодцы, нельзя. Видите, я же сказал. Нет, луна. Кимми, успокоились. Молодец, Аярик. Так, надо Кимку закрыть как минимум. Кимка! Луна! Отстань от нее! Луна! Ты посмотри, сучка такая, а! Луна! Втык у меня получишь! Кимми, иди сюда. Кимми. А. Так, я за всеми должен сейчас. Усложнилась ситуация. Так, иди сюда, Ким. Кимми, Валер, бегу. Стоп. Луна, нет. Спать. Давай, Валер. Нет, Аяврик, я все вижу, сволочь такой. Давай, Валер. Нет, не надо, Валер. Киара! Киара! Ну, Снежка, как на минном поле. Все, все, молодец, Аярик, молодец. Да все, ну не трожьте меня. Все, уйди, 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 все, уйди, уйди. Киара! Уйди, Аярик. Киара, вот. Я что, гоню? Так, здесь. Надо все. Так, Снежка. Идемте домой. Симба! Симба! Симба, иди сюда. Вот видите,
За то, что я ругал, все равно они понимают, что я против этого, да? А я иди дальше. Нельзя, яврик, я нельзя. Не это яврик, я слежу. Симба, ты где? А яврик, не дергайся, дурачи. Получишь у меня. Подожди, я могу подушку перевести. Чего у тебя глаза текут? Так, нельзя, нет, нельзя. Волкам доверия нет. Колобуська на воде. Азиат мой. Че, Снежка? Надо домой валить. Все равно, видите, вот сейчас бы яврик жил бы у другого, там вообще просто от другой сразу был. Все равно от воспитания зависит, даже волкособы, видите? Чуть могут контролировать себя. Ну, в смысле, все равно поддаются, да, понимают, что от них хотят. Так, там. Всем контроль. На нервозе. Так, Снежка. Луна, не трожь там. Аяврик, нет, аяврик, нет. Аяврик. Аяврик. Нет, мы тебя знаем, иди. Нет. Нет, а яврик. Видишь, кошка не доверяет, я чувствую. Нельзя. А яврик, уйдет. Луна, ты тоже там не балуйся. Он-то сначала Снежку спас. Луна! Что там перепрыгнул? Ух, сердце застучало. Да иди. Симба, ты где? Молодец. Мам. Вот так меня устраивает. Но прям дружить не надо, но. Вот так вот уже хорошо. А вон Сим запрятался. Симба. Ой, и вторая пришла. Куда? Тебя сейчас тоже. Не-не-не-не, сюда не при. Не. Кошечка, ты не туда пришла, малыш. Тебя тут все жрут. Я тебя по... О, глаз открыл. Ну, эй, а яврик, я все вижу. Глаз приоткрылся. Я тебя покормлю, не бойся. Главное, мы от глиста. Смотрите, глаз как хорошо открылся, а? Спасибо подписчикам, что напоминали. Скидывали даже деньги, типа, на капли и ни один чё. Симбу мне не забыть. Так уберем, чтобы видно было хорошо. Приколы их не. Надо... Так, надо глаз тебе обработать. Не, ну волчар у меня добрый, но они все-таки. Все, колобок уже воспитывает всех. Не-не, сюда кошка не... Я же говорю, это вопрос времени. Меня не будет, а она зайдет сюда просто прогуляться или что. Ну, короче. И волки будут мои нервничать, что она там. Будут пытаться ее достать, могут подкоп сделать. Спокойно, если захотят. Им своя кошка уже не так интересна, как уличная. Да чё ты дёргаешься?
Я его домой несу, он вырывается, как дурак. Теперь за шквар. Вот характер у него, конечно, капец. У Симпы он такой вредный. Вот смотрите, что делаю. Я ж тебя спасаю, что ты тормозишь. А сам выбегает. Выбегает, когда волки гуляют. Потом получает от них. А гоп его спасай. Давай, бегу. Задал, блин, шерсти. Постоянно. Вот они спят на этих. Ой, ребят, честно, это капец. В порядке. С кошками жить в чистоте — это пипец, не вариант. Все в шерсти, все раз. Так, надо пойти, короче. С кошкой. Луна нельзя. Ребят, прикол, знаете, они уже там подкоп делают. Нельзя. Все, у них уже цель есть, уничтожить. Колобок, ну отстань от меня. Смотрите, выйди. Видите, уже копают там, тут. Вот это очень плохо. Они же откроют, поверьте, если они захотят сетку порвут. Просто дело времени. Нет! Так, сегодня у нас что? Сегодня вторник. Еще один день надо переждать. А яврик получите. Блин, тут грязюка, ёбчик, я не помню. Сейчас еще земля мягкая, они. Если я уеду, быстро выкопают. Надо их закрывать теперь. Два дня закрытыми держать. Когда мелод. Да и когда есть, вот так отвлекусь. Смотрите, у него открылся, как глазик один. Умничка. Успокоились, разнылись. Кушай. Смотрите, сосиски не хочет. Попутал. Вкусные. На. А, не видел. Все, короче, пусть кушает. Все, ребят, уже глазик нормальный. Гад, глистов вчера тоже дали. Живем. Домики есть, вагончик цел. Все, с ума сходят, с ума сходят. Нет. Уйди. Уйдите отсюда. Нельзя. Надо их закрыть, а то они тут все выкопают. Нельзя. Молодцы все. Yeah.
жирафа самая чистая шкурка. Я не знаю, что за него волос. Шкура какая. Но у него реально она вон чистенькая. Вот это вот рожа графская. Ты знаешь, вспомнил. А Кими вспомнил за ногу. Чоти. Грызть любишь. Тебе надо скотчем рот заматывать. Дуську ругает. Так, ну чё, пойдём. Граф, чё? Спайк уж, подождите, может. Так, чё? Нет, это не трошечка. Мальчик, ух, Муса здоровее. Он прям такой массив. А, гордый, вкус моей любви. Всё, тут опасно. Гладь. Что-то раскашлялись. Все. Граф, мячик-то укинет. Вы заметили, когда он радуется, как спайк, сразу мяч ищет. Я просто в шоке. Снежку все любят. Молодцы. Все. Давай, погладь. Тихо, не трись от меня, спайкушка. Я залезу, я спрячусь. Багирка любит. Да, только руки, блин, помогут. Все, нет. Так, ладно, надо волков уже отпускать. Как она сразу выбегает. Строительная компания. Бункеры от Агопа. Короче, я вот таким способом пробираюсь, чтоб не наступить. Дуська тоже жива, здорова. Кто соскучился по ней. Но. Какая харизматичная. Смотрите, какие зубки офигенные. Нифига, Дусевич, круче живешь, чем любая породистая. Здоровье имеешь сегодня. Thank you.
Че это? Первый раз забоялся, да? Блин, извини, колобок, я на тебя вылил. Энергетик. Не чай. Как раз. Ты у нас энергазер. И как-то, это, знаете, Астерикс Обеликс упал этот в чан зелень, а колобок пропитался энергетикой. Я думал, он пустой просто, я его допил. Спокойной ночи, малыши. Я пошел. По-моему, они все живые. Так. Вот это я сделал, да? Блин, сейчас буду на ниже ходить от страха. Так, все отходим, собачки, ждем. Они все вылетели. Я вроде придавил хорошо, но что-то они живучие, сволочь. Надо где-то спать довольно счастливо. Банда в сборе, вся банда. Прикольно, да? Как? Центр свет такой. И все дружно. Да, как теперь мне домой пройти? Вопросик такой. Короче, Кими с графом ведь не цепляются. Один раз я их ругал, у него лоб чуть порезан за граф. Слушайте, я теперь не знаю, как мне пойти туда. Я их потревожил, они уже спали. Я хотел погладить, а они проснулись. Странно, да? Лопатки погладить хотел. Да Луна, ну зачем на меня сзади напрыг? Тетя вот рожа, вот видите, тетя вот лозе такая. Красивый такой цвет у меня. Колобок, зря ты там ходишь. Луневич. Надо вам, кстати, сахарные кости пожевать дать, вариантов нет. Это все. Вот у них пасти, да? Вот у них пасти. Так, нет, ты вся в волосах уйдешь. Так, ребята, они летают. Они в афиге. Какие. Они трожат у меня. Козявка. Смотри, как выгибается. Ага, кстати, хороший вариант. Вот так вот выкручиваешь руку. Болевой на челюсть называется. Короче, не знаю теперь. Ну их нахер, они все разлетелись, короче. И свет теперь не вариант включать. А то на свет придут. Так, ребятки, я с вами дружу. Я вас люблю, дружу. Так, лопаточкой с вами. Дирижирую. Мамочки, они летают. Так, ну, во-первых, они мне за аренду не заплатили за все лето. Вот поэтому и приходится выгонять их. Ребят, снова квадрик забирают. Два раза магазин, называется, съездил. Че, давай, квадрик, снова едет на ремонт. Два раза магазин прокатились. Помоги затолкать. Так, все, смотрите, контент крутой. Дайте я вот так посмотрю. Подожди. А вы без Спасибо. Да, давай, нет. Еще чуть-чуть вперед, туда.
А, он сейчас подтянет. Хотя, это не работает? Кто, лебедка? Все. Короче, ребят, без комментариев, просто. Давай, давай, квадрик. Так, одного мы убили. Не, ну это нормально. Циркачи. Снежка, тебе мячик небольшой? Нет. Не так все любят под занавесками, что собаки любят. Ты моя девочка моя. Снежка самая нежная. Вот это что за яйца, кто знает? Прям под лампочкой.